Всем привет! Очередной раз забираем что-нибудь с нашего поддона неработающей техники. И, наверное, хочу попробовать вот колясочку сейчас сделать. Ну, посмотреть, потому что у нее нету одного колеса, но колесо есть в комплекте. Почему так произошло? Сейчас я поставлю прямо здесь, я попробую это сделать. Все, смотрите. Так, вот оно. Зафиксировалось. Это я так понимаю. Ну вот такая вот колеска. Называется курносик. Вот. Ну что сказать? Ну ездит она, в принципе. Вот такого она. У нас планы. В принципе. Ну, знаете, мне кажется, рублей 500 ее поставить, может, купят. Такие курносики, видите? Вот. А проблема в том, что, ну, вот она чуть-чуть тут, как бы такая вот в плесени, наверное. И колесо другого цвета. Ну что? А так, в принципе, ничего, нормально. Ну что, разобрались мы с колясочкой. Вот, теперь мы возьмем, наверное, вот эти вот стабилизаторы напряжения. Может, надо их там попаять, может, припаять. А, и заберем вот эту эфешку, послушаем, посмотрим. Вот, так что берем их и вперед на разбор, точнее, на добор. В общем, постараемся их сделать. Все, берем, идем, поехали. Закончились мышки, закончились наушники. Теперь мы переходим к стабилизаторам напряжения. Defender, да, или Defender, я вот честно не сильно. Вот, вот такой вот на 1500 ватт. Вот. Будем его проверять. Что, как он. Написано что-то 250. Что 250? Еще неизвестно. Так. Сейчас мы его включим. Надеюсь, не бабахнет ничего. Вот, включаем его в розетку. Бах, да? Так, что-то он тут заморгал. Он что, включился, что ли? Здесь сеть тоже горит. Так. Ну, неужели так сразу могло повести? Ну-ка. Выключили. Работает, ребят. Получается все. Первый же и вот так вот бах и заработал. Я его потом при нагрузке проверю. И в конце этого обзора всего, который, ну, палета вся, я приведу, чего продалось, чего не заработало, чего работает. Ну, уже я вам скажу на 1000, ну, на 1600, что ли, я уже чего-то там продал. Так, вот он следующий. Название такое же, но, по-моему, он что-то другое. 1000 ватт. Сейчас проверим его. Тоже коробка. Ёлки-палки. Работает. Какие-то потертости здесь, паялось или что-то падало горячее. Если видно, не видно, вот здесь такие коцки. Но, в принципе, если он работает, то я потом посмотрю, сколько они стоят, и можно выставлять, в принципе. Что, уже второй и рабочий? Класс. Прям очень сильно везет. Так, ну вот он третий. Этот 600 ватт, он еще меньше. Но что самое интересное, на них почему-то ничего не написано. На тех хоть было написано, что в нем не работает, что работает, в чем причина, как что. А вот на них почему-то ничего не написано абсолютно. Ну, вот здесь бумажечка, видать, какая-то была, но не... Странно, очень странно. Стабилизирует без... Ну, вообще классно, в общем, все он там делает что-то. Так, выключаем. Пробуем включать.
Ну, то есть, в принципе, при нагрузке, при не нагрузках они работают. Я потом им дам все-таки какую-то нагрузку, я не знаю. Я думаю, будут работать. Сейчас попробую свет включить сюда. Ну вот я включил свет. Он как бы немало ест. Там 4 лампы стоит такие хорошие. Ничего не изменилось. Работает, так и работал. Я скажу, это очень хорошо. Если они работают, 3 штуки, ну, по 1000 они точно стоят. Так, ну вот он еще один последний, получается, тоже той же фирмы марка, тоже 600-ка. Написано, опять же, ничего не написано, что с ним, как он был, что просто написано, внешний вид, следы эксплуатации, все. Врубаем в сеть, сейчас бах, да, надеюсь, не будет. Включаем. Защита стоит, сеть стоит, стабилизация. Все, защита выключилась, все нормально. Тоже работает. Неужели, получается, все 4 работают? Их сдали, потому что у них следы эксплуатации. Очень странно. Ну ладно, нам и хорошо. Я потом, я же говорю, посмотрю, я в следующем обзоре также напишу, что да как, сколько он и чего. Вот, и если помните, я там брал еще одну штучку такую, как она, FM какой-то клиент, какая-то ерунда. Вот, сейчас его тоже посмотрим. Вот он, этот FM какой-то приемник. Я тут приготовил сразу же 3 батарейки заранее, денчиковые. Ну, это так, знаете, доп какой-то. Если он даже не работает, я вообще даже не обижусь. Но он включился. Смотрите. Даже рабочий приемник. А у него даже зарядка должна была быть, но ее нету. Ну ничего. На дачу отвезти, пускай валяется. Все, продолжаем дальше. Пока все окей.